Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим, книге псалмов. У нас сейчас 53-й псалом. Каждый псалом имеет какую-то там, ну, за исключением некоторых, которые имеют общее такое значение, каждый псалом для чего-то конкретно лучше применяется, если можно так сказать, в отношении псалмов. В первую очередь, по этому псалму есть такая информация. Написана самая древняя книга, которая была, написано это, что этот псалом читают, когда кто-то пережил в своей жизни ужасающий опыт, испытывает страх, и вот у него вот это вот не дает ему спокойно существовать. Надо читать 53-й псалом, и он отводит. Почему такая сила у этого псалма? Именно об этом. Потому что сказано, что этот псалом – это пророчество. 14-й псалом мы читали, пророчество о разрушении первого храма, и вот этот – это о разрушении второго. Есть, правда, и другие нюансы. Сейчас мы к ним вернемся. Но в сути, эта молитва, составленная в предчувствии разрушения второго храма, но она же выражает надежду на восстановление всего, что было хорошего, и что будет построен третий храм. Поэтому, с одной стороны, это как бы констатация не совсем хороших событий, но и это гарантированное выражение надежды на то, что все будет хорошо. Когда тебя кто-то не любит, когда как бы твои ненавистники хотят сделать тебе добро, написано в наших книгах, что рекомендуется читать 53-й псалом, чтобы ненавистники стали остерегаться тебя. И просто в мыслях у них не было причинить тебе зло, потому что они заняты своими делами. Второе, это как бы отсрочка, просьба об отсрочке наказания. Когда человек чувствует или видит, что к нему пришло наказание, и он просит набрать силу отсрочно, читает этот псалом. Вообще этот псалом читает, чтобы враги тебя боялись, написано. Когда у тебя есть еще ну, совсем сильный страх, например, человек боится летать или боится ездить или что-то. 9 раз надо читать подряд этот псалом, написано, вдумываясь в то, что хозяин мира один, и написано, что это хорошо действует. Когда ты хочешь помочь ребенку своему, мать, девочке там, или другому близкому человеку, или еще кому-то, которому ты считаешь грозит опасность и вредное влияние, что он попал под чье-то влияние, тоже за него читают этот псалом, и он тоже очень действенный. Ну вот, пожалуй, все про 53-й псалом. Брахава от слыхал.